Сегодня в кадетском корпусе имени Александра Кочетова прошел необыкновенный урок. О мужестве, любви к родине и незыблемой вере в будущее мальчишки и девчонки узнали из первых уст. От очевидцев и участников великого противостояния. В эти дни в России отмечают 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. За 872 трагических дня от голода, холода и бомбежек погибли более 600 тысяч жителей. Из города на Неве эвакуировали около 1,5 миллионов человек, в том числе и в Чувашию. Летом 41-го 5-летняя Нина Минина со своим старшим братом учились в лесной школе в 40 километрах от Ленинграда. Когда началась война, родители поехали их забирать, но поезд попал под бомбежку. А нас в это время оттуда машины какие-то, ну мы не знаем, что мы дети, одному дети в другом, мы не знали. Нас в машину кидали, но мы думали, в Ленинград везут, а оказывается немцы были. Сели, а машины крытые, почему я боюсь крытые машины, мне сразу плохо становится, до сих пор. Брат меня оттуда выкинул, когда машины тронулись, брат оттуда меня выкинул, кто мог выпрыгнул, а там леса же кругом, все по лесам разбежались, кто смог. Нина с другими детьми шли пешком до Ленинграда. По дороге они встретили маму и папу, которым удалось выжить. Казалось бы, страшным событием пришел конец, но это было только начало. Когда нас со школы привезли, мы с братом ходили, собирали траву всякую, такую. Травы очень много было, собирали траву. Все, что можно было, собирали на зиму. А потом меня привязывали к забору. Нас троих привязывали к забору, а сами уж ходили на работу родители. А потом мертвецов клали. Это мы сидим тут около забора привязаны, а тут мертвецы лежат. Машины не всегда приезжали. Это вот осенью, зима. Виктор Никулин тоже смог пережить ту страшную зиму. Отец ушел на фронт, а он с мамой и младшей сестрой остался в Ленинграде. Их дом разбомбили немцы, семье удалось спастись. В 42-м голод забрал у 5-летнего Вити маму и сестренку. Ну а меня забрали, по госпиталям таскался, пока не собрали кучу нас. В 43-м весной через Ладогу. В Ярославскую область, местечко Ботик, Переславль-Залесский. На их груди множество наград, и теперь к ним присоединится еще одна. Этот памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады учредили власти Санкт-Петербурга. Сегодня его получили 12 ленинградцев. Наша задача – продлить ваше долголетие, чтобы окружение, где вы бываете, обращали на это внимание, и кроме добрых, ласковых слов, еще была оказана пассивная такая волонтерская помощь. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика.